Привет, дорогие друзья! Сегодня супер крутая новинка, вот только посмотрите! Это Пучеславин сюрприз в виде какашки-разбивашки! Надо разбивать какашки и искать в ней сюрпризы! Молоточком специальным, ну и сюрприз придумали китайцы опять, чтобы нас удивить! Итак, друзья, чтобы не пропускать такие крутые видео, обязательно подписывайся на канал, нажимай колокольчик, ставь пальчики вверх и этому видео, пиши комментарий, как тебе сегодняшний выпуск, мы начинаем эту разбивовку, не распаковку, а даже разбивовку, можно так сказать. Так, достаем эти какашунки и смотрим, что же здесь такое. А здесь у нас вот такая какашка, она такая тяжелая. Дальше у нас молоточек специальный. Так, и какие-то штукенцы. Сейчас мы будем пробовать, наверное, разбивать этим молоточком и смотреть, что будет получаться. Что-то ничего не получается, друзья, какое-то оно прям крепкое, может, надо с помощью кияночки вот этой как-то делать что-то. Сейчас попробуем. Что-то не получается, хотя нет, друзья, получается потихонечку, если вот так стучать, можно потихонечку ее ломать вот так вот, хоп, и чуть-чуть ломается она, но очень-очень плохо. Давайте маленько постучим, не так это все просто, молоток просто ее вообще не ломает, друзья. Может, надо снизу вот здесь где-то подстучать. Пол видео будет как мы стучим молотком по какашке. Ого, кусочек развалился, друзья. Может, нам ее проще как-то разломать по-другому, но нифига не получается. Я вот сейчас попробовал ее похрустеть, и не получается. Но вообще, игрушка, конечно, забавная, то, что надо эту какашку разломать. Но в итоге-то что, может, инструкцию нам посмотреть, что-то мы совсем на коробку не посмотрели. Ого. Друзья, мы с вами балбесы, точнее я балбес. Хотя нет, все правильно. Надо достать какашку с молотком, стучать по ней и потом помыть водичкой, освободить куклу и посмотреть, что будет там. Как-то так. Так, ну давайте пробовать дальше. Ломать нашу какашунку. Ого, что-то уже появилось, смотрите. Первый сюрпризик вылазит. Так, если вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, интересно, во всех какашках они одинаковые, эти сюрпризы, или разные? Вот это вот очень интересно. Но все-таки как-то потихонечку да потихонечку получается эту какашку раздолбать. Но она очень крепкая. Так, в итоге вот первый у нас полумесяц в этой какашке спрятался. Ну-ка, давайте попробуем по нему постучать. Может, он сможет освободиться. Если по нему постучать, он от вибрации освободится. Да, друзья, получилось. Полумесяц на свободе. Но непонятно, есть ли здесь еще какие-то... Во, аксессуар еще, смотрите, раз, выпал. И пока что больше ничего нету. Конечно, спорная такая затея быть землекопом, друзья. Весь стол просто в грязище. А мы нашли всего лишь аксессуар и полумесяц. Смотрите на мои руки, они все красные и все в блестках. Мы потом еще возьмем водичку, в конце кинем эту штуку, посмотрим, что происходит с ней в воде. Друзья, берем следующую какашку, цисляшку, достаем ее. Ну, инструмент у нас уже есть для извлечения сюрприза. И молоток есть. Давайте
попробуем разбить вторую. Пока что ничего не получается. Друзья, надо помочь молоточком. Не хочет. Давайте возьмем вот этот. Не знаю, крушители меня поймут. Вот честно, иногда хочется, да, вот такой сюрприз, чтобы что-нибудь поломать, пооткрывать. Мне кажется, все иногда вот любят. Так, мы освободили аксессуар, друзья. Хопс. Хопс. Так, вообще такой сюрприз, конечно, лучше дома не открывать. Лучше его на улице, друзья, открывать. Что он очень пыльный, очень грязный. И вообще непонятно, друзья, где тут сюрпризы. Из-за этого их можно даже поломать и повредить. Вот как я, видите, ободрал чуть-чуть. Давайте дальше разламывать эту кокошулю. Так, чикс. И чикс. Так, попробуем как постучать по ней. Снизу давайте. Так, ого. Получилось, друзья, я вижу новую игрушку. Ого-го-го. Смотрите, у нас уже торчит глазик. Так, давайте дальше. Вот снизу, да? Хорошо вроде, ломается она. Сверху как-то хуже. Ага, вот так вот ее ковыряем. И сейчас попробуем молоточком постучать еще. Да, получилось. Так, теперь нам задача освободить куколку. Уже голова торчит. И нам попалась такую, смотрите, как на коробке. Круто. Опс. Опс. И... все, куколка почти освобождена, только вот осталось выяснить, нет ли здесь какого-нибудь аксессуара еще, друзья. Сейчас мы это узнаем. Проще, наверное, нам расковырякать. Такс. Такс. И такс. Нет, похоже, здесь ничего нету. Так, освобождаем нашу куколку. Видно, вот эта штучка узенькая как раз для этого. Так, вот так она выглядит. Пока что вся чумазая, но мы сейчас ее помоем. Мне вот что-то прям хочется вот разломать вот эту вот какашку сверху. Да, конечно, друзья, мусора вы видите, просто полон стол. Вокруг все в пыли, руки все в пыли. Просто жесть. Спорный сюрпризик, но интересный. Так, дальше. Чик. Следующую кашку достаем. И смотрим, кто у нас здесь. Так, здесь у нас, смотрите, подсказка. Что-то снизу торчит у нас вот здесь. Значит, ой, сверху что-то торчит. В разном месте все, друзья. И здесь что-то торчит, и здесь что-то торчит. В общем, что-то непонятно для нас приготовили. Давайте пробовать разламывать. Ну-ка, если боком постучать, то дыщ, не хочет. Давайте вот как-то так пробовать сначала. Подковыривать. И вот так ломать сейчас будем. Ну, китайцы, конечно, дали, да, друзья, придумать такой сюрприз. Уже чего только они не придумали. И в слизи, и в слайме, и в какашках таких засохших. Просто жесть.
Так, надо нам особо жать вот этот вот сюрприз. Сейчас постучим. Так, оп, инструмент у нас повредился, друзья. Ну ладно, у нас есть запасной. Ну сколько он много выдержал, да? Какаши вместе. Так, у нас здесь новая баночка с лимонадом. Точнее, даже молоко похоже какое-то. Упс, и на пол все полетело. Вся грязь. Так. Так. Надо подстучать. Прям вот это какая-то крепкая, друзья, супер какашка. Прям не хочет оставаться. Ничего из нее. Пересушили, что ли, ее. Так. Чтобы было видно, он приближу, как происходит этот процесс. Так, получилось, друзья. Вот она, банка с молоком клубничным. Так, ну здесь еще что-то, друзья, вверху лежит. Вот, видите? Ой, смотрите, я вообще не заметил. В кусочке здесь тоже, оказывается, что-то есть. Да, друзья, походу надо брать настоящий молоток и просто крушить все. Но для этого надо открывать на улице их. Так, ну здесь хорошо соска нашлась. Сейчас по тем кусочкам тоже пробежимся. Может быть, тоже найдем. И здесь уже голова какая-то, или что это торчит? Так, соску вроде мы спасли. Так, вторая сосочка. И осталось нам спасти нашего героя сегодняшнего выпуска. И смотрите, как круто нам попались все разные сюрпризы. Это вообще круто очень. Я доволен, что не зря мы так мучились, открывали эти клады в закаменевших какашках и искали этих героев вместе с вами, друзья. Так, почти освободили. Так, постучим. Не хочет. По самой игрушке. Ова, все, спасли. Еще один. Прислаем какой-то питомец панда большой. Так, ну и сейчас попробуем разломать, посмотреть. Где-то здесь еще у нас соска, друзья, не найденная в этих сокровищах. Так, сейчас я налью воды, мы отмоем питомцев и посмотрим, что будет, если кинуть это тоже в воду. Итак, друзья, пожалуйста, водичка. Давайте кидать туда всех наших питомцев. Пробуйте их отмыть, аксессуары. Еще не питомцев, а пупси плайм. Слайм-сюрпризы, сосочки. И одна где-то у нас соска. Потеряшка. Ой, смотрите, я ее нашел, друзья. Вот торчит она. Вот давайте как раз этот кусочек туда и кинем. Ого! Вы видите, что происходит? Она шипит, как пенная бомбочка. Так, ну-ка еще подкинем. Видите, что происходит, друзья? Она шипит, красит воду. И как пенная бомбочка себя ведет. Вообще, если вам лень походу ломать эту какашку, можно просто было ее вот так размочить и достать сюрпризы. Но это неинтересно. Мне кажется, вот так разломать намного круче. Так, сейчас всем по соске вставим. Убавим камеру. И будем подводить итоги. Вот такие сюрпризы мы с вами нашли, друзья. Посмотрели, как можно разломать сухие какашки пупси слайма. Обязательно подписывайся, ставь пальчики вверх. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока, до новых встреч. Увидимся, друзья. Goodbye, my friends.